Протираем. Лучше еще было бы поскрабить. Скраб убирайте горбарёшки, клетки кожи, рисунок держится дольше. Если не скраблена кожа, то рисунок будет держаться меньше. Потом вместе с роговевшими клетками кожи он будет потихоньку сниматься. У меня нет сейчас скраба с собой, я протёру достаточно. Чуть на руковёрке. Все для рукавы у меня по рукаве. Это у меня тут блестки от трафаретов просто где-то прилепилось на липучку. Липучку трафарета. Точки. В каждой строчке только точки. Придайся нам самое главное. Вот так. Мечта, значит, мечта. Так, перейдем. Сразу не надо снимать, потому что он будет деформироваться, трафарет, и не прилипнет так, как нужно. Поэтому лучше снимать пленку верхнюю только на руке. Без блесток. Без блесток я уже поняла, что мальчишки без блесток делают. А девчонкам лишь бы блестело все. Зеркало светилось, пузырилось. Все. Так. Спокойненько. А мы будем делать на черном клее бархат. Бархатный, потому что темно-синий у меня на работе. О! Чуть не налепила тебе. Ой, подожди, это бархат. Не блестки, это бархат. Просто вот так пробивается. Ладно. Короче, бархатная будет. Здрасте, Настя. Будь здоров. Делаем. Так, поехали. Спокойно сидим. Куда поехали? Спокойно говорю. Не кликаем. Так, накладываем клей. Клей быстро не засыхает, поэтому можете оставлять его, снимать, убирать трафарет, все это подготавливать. Ну, минут 5 можете легко и спокойно. Потом, конечно, он схватится немножко. Ну, блестки прилипнут все равно. Так, еще разок. Здесь затушим его. У меня папа собрался это делать. Шутка. Полоски зашли. Спокойно, полоски. У тебя 3D? Твои шутки 3D? Папа ругается. У меня 5D. Папа смотрит. Что она смотрит? Суд идет. Он постоянно ругается. Ты же потеряется. Потому что она не может терпеть. Мужское, женское. Мужское, женское? Ну, на суд идет, смотрит. Мужское, женское. Так, идем дальше. Цепляем. А, как же мы мелочок какой-то берем. Ну что, скраб? Называется это, как будто скотч отрежешь. Да, пилинг. Поаккуратнее депиляцию. Это не пилинг. Это не депиляция еще даже. Ты еще не делал депиляцию. Ну, у меня там волосы уже нет. Депиляция парище просто. Депиляция. Давай. Мечта. Еще? Мечты сбывали. Парище? Парище могу. Ты не сбиваешься, ты не сбиваешься. А это не выглядит. Ладно, берем. Мы будем сейчас это самое. У меня рука запачкался палец. Она долго потом не смывается. Пусть пока будет. Вот мы в этот момент, когда вы что-то делаете, я сверху. Надо сразу вытереть. Еще лучше вытирать спиртом. У меня вот тут есть спирт. Я спиртом протирается легко и быстро. Только сразу желательно все это сделать. Вот. Все. Как же нам эти штуки теперь отковырять? У меня нет пинцета. Блестки что ли собралась наклеить? Это не блестки, это бархат. Не перепутай. Ну, если он будет здесь блестеть, никому просто не покажешь. Нет, смотри, он как туго собирается. Он блестит. Ну и что? Это не будет так блестеть. Эй.
Это просто бархат такой, что тут бархат сам по себе переливается. Вот он блестит, матовый блестит. Нет. Матовый. Ты что, мне розовый, ты только собралась? Красный, я же сестра бордовый. Только чуть-чуть выгнешь, что она сейчас высыпется вся. Тихо. Это, конечно, будет больше. Блин. Это китайский иероглиф, мечта. Баба меня заставила делать этот. Я заставила тебя? Да. Чего ты тебя заставил? Делать этот китайский иероглиф. Ты сам выбрал, я тебе предложила варианты. Была там пума. Мы уже делали. Да мы уже делали еще в сто раз. Был скорпион, там какая-то саламандра была. Скорпион, саламандра, короче. Был пистолетик, мы уже сделали пистолетик. Матовый. Вот. Ну что, можно было бы черный, ну, черные блестки так. Извините, пока что блестки. Блестки вам не надо. Не беспокоит. Беспокоит? Кто? Ничего не беспокоит. Кто? Что? Не зря. Ой, какая она бархатистая. Прям как будто бархат прилепили. Есть такая ткань. Немножко колючее из-за того, что он бархат. Вот красота. Граммурку дать. Настояться. Еще одинаковые. Чтобы пропитались все вот эти частички. Без клея, чтобы прилип. Частички, чтобы прилипит клей. Маленькие частички остаются здесь. Ну, что мы смотрим? Сейчас я сделаю. Как мне кофе? Вот. Красота. Остается красота. Сейчас наберем. Да, на черном она такая темная смотрится. Значит, там что она будет? Черная. Пусть она такая смотрится. Вот. Ну вот. Что у нас получилось? Вот и все. Ставим лайки, не забываем, подписываемся, колокольчик жмем, чтобы не пропустить следующее видео. Комментируем, нравится, не нравится. Лайки, дизлайки, что вам хочется делать. На мой канал подписываемся. Да, подписываемся на канал Геймер, только его не найдешь в интернете, там геймеров миллиард. Сегодня мне делает внук татуху. Приступай. Все, у меня будет вот такая вот звезда, да. Отклеиваем. Сюда, над столом. Над столом. Отклеиваем. Нижнюю. Ну, я пытаюсь нижнюю. Отклеиваем вот эту. Вот так, берем. Аккуратно. Подложка, не штука, подложка. Эту штуку, давай. За краешек аккуратно. Куда?
Она мне не нужна. На бумагу положили. И сплетни куда-нибудь. Слегка. Все, отодвигай. Угу. Берем потом вот этот клей. Этот клей. Клей какой? Без разницы. Какой это клей? Глиттер. Про? Нет. Профессиональный. Проре. Проре. Какие слова будут еще? Тоненьким слоем. Прорезиненный. Тоненьким слоем размазывай хорошо все. Трафарет сильно не заходи. Надо ставить. Размазывай дальше. Она так толсто. Размазывай, вот. Иначе у меня быстро сдерется это все. Угу. Что так поперек-то держи? Вдоль полосок иди. Полоски задевай. Вот. Вот. Трафарет сам сильно не мажь по краям. Вот, молодец. Размазывай всю краску. Вот так, аккуратно, аккуратно. Аккуратно все делай. Все, и нам больше эта штука не нужна. Клей. Без разницы. Блин, ты не на свой же канал выставляешь, на мой. Вернее, я на свой буду выставлять. Так, дальше берем, отклеим. Бумажку приготовь, куда приклеить, то сейчас будет везде. Аккуратненько отрывай. И аккуратненько так же. Вот так берем. И этот угол тоже бери. Пальцы не запачкай в клее. Медленно. Вот выше, выше возьмись. Вот. Тяни ровно. Тяни, 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 тяни. Все. Типа. Берем вот эту вот кисть. Еще палец поднизу, подложи руку, как обычно делают эти блогерши. Потом берем вот блестки. Это не блестки, это бархат. Что? Бархат. А сюда, сюда поставь бархат поближе. Если он рассыпется, то он здесь рассыпется на салфетке. Побольше взять надо. Сюда над салфеткой, говорю, поставь. Вот. Мало, толсто возьми. На клей не надо касаться кисточкой. Вот, аккуратненько, повыше. И переворачивай. Кисточку переверни, чтобы сыпалась. Вот. Еще так же сделай. Еще так же сделай. Не говорите профессионалам. Аккуратно. Проводи вот так. Не касайся полоски. Все, и здесь так же. И здесь также проведи кисточкой. Вот один рожок, а снизу два рожка. Вот. Наметай хорошо. Вот этот угол вообще нету. Не так маши, чтобы...